Всем привет, и с вами я, Настя. Да. И сегодня я собираю чемодан в лайве, точнее уже почти собрала. Сейчас я покажу вам, что я всего с собой. И тут музыка, потому что для этого немного понадобится. Лично я так считаю. Я прямо туда стреляю. Такие ботинки. Я обожаю. Короче, они очень крутые. Пишите в комментариях, нравится ли вам. Лёгкие для бассейна. Я в таком хорошем, мне удобно было перекрываться. И покажу. Я тут все подписала. Вот такой купальничек. И еще вот этот купальничек. Он больше нравится. И здесь вот так. Ого, не может купальник. Будь готов летать, мы будем очень долго. Миллионы песен с высоты споем. Мы с тобой закрасим небо ярко-синим, чтобы выделяться выгодно на нем. На большом воздушном шаре.
Во-первых, я не ожидаю. Да, признаюсь, у меня есть живот. Но от рождения я вообще была вот такая очень пухлая. Еще у меня бабушка раньше работала на кондитерской фабрике. Ну, дальше вы поняли. И, да, я еще с детства была такая, ну, достаточно широкая. Я достаточно хорошо с этим справляюсь. И после лагеря я еще больше покупаю. Это специальный лагерь здоровья. Ну, потому что там будет очень много физрук. Даже слишком много. Плавания будет много. И на этом уже точно все. И всем пока!